Друзья, всем привет! Решил записать вам видео. Двери нам доставили вот такие. Дети выбрали без всяких стекол, без витражей. Самые классические белые двери. Должен был прийти установщик. Договорились уже с ним. Он сначала оттягивал время. Сначала в субботу, потом в воскресенье, в понедельник. Ну, в общем, я это говорю к тому, что за двери взялся я. Попросили меня поставить, но раз уж я здесь, клею обои, согласился на их установку. В принципе, двери очень хорошие. Я думаю, проблем с установкой не будет. Это не первые мои двери, не последние. Сбился со счета уже, сколько я их поставил. Проемы уже подготовили, поэтому я уже сегодня работаю. Так, вот один проем уже приготовил, коробка стоит. Вот эти места придется тоже все заполнять, замазывать, потом доклеивать обои, которые здесь не доклеены. Все это придется делать мне. Мне даже выделили такую комнатку, то есть детская, которую я делал внучке. Все затянули, убрали. И здесь я изготавливаю короба, пилю, чтобы пыль не разносить по всему дому. Вот так. Так что, ребята, помимо обоев и всего прочего, у меня еще и двери. Все старые буду снимать, демонтировать. И потом уже покажу, как будет выглядеть с новыми шикарными дверями. Так, демонтируем старую дверь. Сборка старых дверей очень интересная. Так, еще старые колоды, чистое дерево. Собирали все вот на такие вот саморезы, на большие. По 3, по 4 штуки на каждой стороне. Плюс вместо пены здесь стоит брусок, и к этому бруску прибит добор. Потом все это штукатурилось. Технология очень интересная. Первый раз вижу такую. Может, раньше так и ставили двери. Ну, мы все это снимаем. Так получается, вот эта коробка. Здесь стоит брусок, который по кругу уже почернел от времени. И чтобы панелька легла ровно, еще добавляли сюда кусочки. То есть везде одни кусочки. Где-то что-то не сходится, там уже замазывали штукатуркой или клеем. Вот такая технология странная. И сейчас покажу пример, насколько технология шагнула с того времени. Вот пример. Оформил полностью дверной проем входной двери. Так, получается, вот это добор. Здесь идут стартовые направляющие, чтобы не было щели, чтобы все аккуратно легло. Дальше переходник или телескоп, который переходит в обналичку. И все это получается ровненько. То есть единственное, что нужно сделать, это подогнать вот этот размер по стене, чтобы обналичка легла ровненько и встала вровень со стеной. Вот так. Естественно, это просто так не сделаешь. Нужен опыт. Какой-то небольшой профессионализм. И получается вот такие аккуратненькие входные двери, то есть проем. Сейчас немножко еще покажу, какие работы у меня сделаны по дверям. Осталась последняя, не снятая, это кладовка. Здесь затормозился тем, что нужно будет полностью все заштукатурить, потому что проем вывалился настолько. Старую коробку убрали, получилось, что размер вообще не соответствует. Вот это место будем все, конечно же, замазывать. Затем уже обналичивать и ставить замки. Сама дверь уже висит. Вот так.
Я уже показывал, здесь мое рабочее место. Так. Здесь тоже, как мы видим, проем очень высокий, придется замазывать все. Но в основном с этой стороны дверь легла аккуратно. Мало того, что проем большой, он еще и получается, что здесь расстояние какое, и вниз уходит на нет. Я все выставляю по уровню, стараюсь поставить аккуратно. Вот так изготавливаю короб под углом 45 градусов. Сейчас буду все крепить, затем подбирать доборы. Ну и что мы тут натворили? Думали, просто вытащим старый короб. Казалось, не все так просто. Какого тут только материала нет. И пенопласт, и профиль, и ГВЛ. И деревяшки, и еще пенопласт. Здесь похоже, что профессионал ставил дверь. Вот 100%. Теперь надо что-то с этим делать. А так выглядит дверь с обратной стороны спальни. Здесь то же самое, как я уже говорил, несущая стена. Очень широкий добор. Поэтому пришлось его тоже делать отдельно. С переходником на обналичку. Замки буду врезать сразу после того, как поставлю все двери, чтобы уже заняться одной и той же работой и все сделать. Затем нужно будет поставить небольшой порожек и доделать можно уже плинтуса. Пока вот здесь, правда, еще нету. У меня здесь двери купе, тоже надо будет ставить, еще и заклеивать вот это все обоями. Но сейчас я показываю только двери. Вот так они выглядят. Белые, красивые, чистенькие. Комната сразу наряжается. В общем, стараюсь как могу, как умею. Я считаю, все у меня получается пока хорошо. Детям нравится. А уже что касается небольших доборов, как вот, допустим, вот этот проем, там получается 15 сантиметров, минус 8, это у меня идет короб. И здесь добавляется буквально 6-7 сантиметров вот этого добора. Поэтому я сразу же его отпиливаю по размеру, стыкую с дверной коробкой и вставляю уже полностью готовую конструкцию в дверной проем. Затем навешиваю двери, обналичиваю и вставляю замки. То, чем я сейчас буду заниматься. Так, короб мы поставили на место в проем. Теперь приходится весь этот верх чем-то заделывать. Ну, лучше, конечно, пенопласт, пена и штукатурка. Готовлю все под обналичку. Здесь пришлось снимать все обои. Я так думаю, что придется лист снимать, потому что дальше все там тоже облупилось. Вот такая вот проблемка. Ну что, друзья, надеюсь, сегодняшняя моя эпопея с дверями закончится. Углы доделываются полностью. Что у меня еще осталось, это поставить все замки. То есть полностью врезать замочки на все наши двери. Ну и такие небольшие недоделочки еще вот здесь. Это все сегодня
Надеюсь, что сегодня доделаю. Здесь тоже у меня все готово. Ремонт еще вовсю продолжается. И вот еще две двери. В спальню осталось врезать замок. Также замок в ванную комнату. И вот этот проем, где у нас упала пол стены, вот здесь. Получилось так, что дверной проем от готового пола до балки строительной 2,22. Почему так сделано, было непонятно. И до нас, кто делал ремонт, они просто напихали туда все, что было под рукой. Пришлось все это оформлять, положено. Сейчас все это подсыхает. И, наверное, завтра или послезавтра будем делать плинтуса. Вот и закончился еще один день. Свою работу по установке дверей я закончил. Двери все на месте, замки стоят. Плинтусами займемся чуть позже. А пока у меня на этом все. Спасибо, что были со мной. Всего вам хорошего. И до новых встреч!